Great Review. You're Empty. Вышедший в 2006 году. Мы в далеком прошлом. Лучшие игры эксклюзивно на PC. Погнали, ребятки. Символика. А? Вот так начиналась шикарная игра. На 7 баллов, между прочим. А как открывалась дверь, а? А, это... Какой приятный бальзам на уши. Что? Что там происходит? Его дерут? Кошмар. Звуки здесь, конечно, в игре бесподобные. Какая старая, дремучая игрулька. Но она кайфовая, блин. Так. Здоровье народа, богатство страны. Обалдеть. Весь быт того далекого времени. Ведь это действительно так все. Понял, эти обшарпанные. Оу. Эти психбольные ублюдки. Ну нахер. Так, видите, мы все в больнице, да? Да, времечко было. Не из лучших. Да. Молодая еще, горячая. Как говорится, ну... Воу, чувак, ну тебе нахер. Мне нечего взять. Хотя есть. Иди сюда, говно. Воу, да, ребята, здесь были такие девчонки. Здесь были и такие лякаки. Ну, как говорится, мешок на голову и понеслась. Все, нельзя, 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 хватит такое показывать. Да. Не, все-таки хочется еще раз посмотреть на... Нет, все, нельзя, нельзя. Ах, горяча, горяча. Третий размер. Сиськи! Третий размер, ёпта. Ах, какие бабы. Так. Ну, мы взяли ключ. Блин, я забыл ее совсем. Хочется ее переиграть. Вон какие чудики были. Ой, там Калиста протокол. У нас вон какие были игрушки. Ждем обязательно Atomic Heart. Прямо вот. Почему-то вспомнился. Потому что наши же. Наши делают. Ну, как наши, ну, конечно. Воу. Да ты красотка, да ты красотка. Явно у тебя проблемы с мистрик... Месячные. Ну это же видно сразу. Ох, горячие девки, горячие девки. Так. Тут смотрю. Долго нельзя засматриваться. Почему? Потому что... Нас могут прибить. Да подожди. Ну, ключ. Я хочу ключ взять. А, во, все. Вот почему нельзя засматриваться. Вот такие вот засранцы здесь появляются. О, 99, хорош. Водичка, дичка. Друзья, уикенд. Что может быть лучше? Да ты тварюка. Чем себя увлечь с великолепной классикой? Великолепной.
На канале Great Review только лучшие игры. Так. Ну, иногда, конечно, бывают и худшие, но это уже особенного удара. Депрессивная. Депрессивно, да, все так. Ну, на то она и уникальная игрушка. Забытая. Редкая. Редчайшая. Я не знаю, кто-нибудь ее вообще сейчас играет. Мир труд май. Все, по-русски, если полностью детализировать, то можно их даже прочитать. О! А вот это уже совсем другая история. Ой-ой-ой-ой. Какая-то дрянная девчонка. Они резкие такие, как понос. Появляется вон как. О, смотри, он ее добил. Ни хрена себе. Ёпта! Не, ну тут, конечно, бешеные гаврики. Залетимся. Воу-воу, тихо, красотка, тихо. Ушла. Тут гаврик может встать. Нет, не встанет. Что? Вот, что ты играла? Гори, гори. Ясно. Ой-ой-ой, где бежит? Все, ушел. Вот. Надо ключ. Надо ключик. А, он, окей. Друзья, наступают новогодние праздники. А чем себя занять? Конечно же, разными, но действительно классными игрульками. Мы вам советуем поиграть в этот старый, забытый, классический ужастик-шутер. Ну, он не блещет красотой, но... Вот так, вот так. Да и сюжет здесь был не супер сказочный, но тем не менее, если вы не проходили эту игру, то очень даже советуем. Где-то ползет, где-то. Или это мы? Тут реально боишься, шарахайся от каждых шорохов. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Great Review, основной, и Яндекс.Зен, ведь будет еще круче. Еще жарче. Мы вспоминали одну из неплохих игр. Классика на Great Review. Welcome back.